Быстрее, быстрее. Ну, 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 блин, я скользкальзую. А, что? Что? Как? Нет, 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 я последний, да? Нет. Я последний, пацаны. Ну, ём... Ого, где я... Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Диман, Заварной Кофе, форум, Васаби, Не Форевер, ЛТВ, Пика, Гусенек, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Отпица вкусная. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ребята, сегодня крутецкая рубрика «Выживание на летающей плите». Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ребята, будет очень сложно, и кто долетит до самого верха, тот будет красавчиком. Она вначале как-то очень туго отрывается от земли, но потом все выше, выше и начнет ускоряться даже. Все, мы уже оторвались от земли. Отлично. Нет, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Ох, все. Ой, я замер на месте, и все, это сразу нормально пошло. А мы летим. А мы не тяжелые? Она как-то очень странно летит, ну ничего, подождем. Посередине встанем, а ну-ка, давайте все посередине. Да, давай, давай, давай. Скучкуемся. Может, аниматроники тяжелые, не? Стойте на месте, стойте на месте. О, полетело, полетело. Так, давайте на край, мы сейчас все упадем. Мы должны выжить все. А да, она как-то очень туго отрывается, а потом начинает ускоряться. Опять падаем. Мы опять падаем. Кто упадет, тот лох. Дим, ты в ногах не запутаешься, смотри. Нет, не запутаюсь. Я же Рокси, я тебя съем. Я сейчас начну еще мочить тебя, если будешь такие слова мне плохие говорить. Смотри, как я могу говорить. Давай, come on now, ё-моё. Ой, мы сейчас ну, 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 давайте, нет, пацаны. Нет, 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 Энда, давай, Эндушка. Нет, отлично. На эту сторону, сразу бежите навстречу, углу. Так, сразу, только начинает идти сразу в ту сторону. Все, а теперь можем ближе уже к центру. Мы можем по углам встать. Можем, о, давайте по углам реально встанем. Ребята, если вы хотите с нами пообщаться и классно провести время, заходите в наш Discord. Ссылочка где? В описании. Все, я вижу уже пацаны попадали. А что вы там в воздухе зависли? Это законно? Я наблюдаю, я уже умер. Ну да, да, уже кто умер, уже на плиту не надо залетать. Мы хотим же до верха долететь. Кстати, мы уже пол карты пролетели, пацаны. Быстрее, быстрее. Ну, 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 блин, я скользкальзую. А, что? Что? Как? Нет, 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 я последний, да? Нет. Я последний, пацаны, ну ём... Ого, где я... Спасибо тебе, ЛТВ, я знал, что ты хороший человек. Хорошо, первый раз мы не смогли долететь, потому что мы играли, наверное, не очень слаженно. Но сейчас мы будем лучше играть. Да, пацаны? Да. Так, я тогда возьму, наверное, другого аниматроника. Я возьму... Нет, это очень медленный. О, давайте возьмем с ФППР-2. У нас есть тут очень быстрый аниматроник. Марионеточ. Во, вообще сильно будет. Ну что, гусенек? Или кто там? Расфриживайте. А, давай сейчас. А почему такой маленький форум? Это аниматроник Чилипиздрик. Новый вид аниматроников. Так, давайте опять по центру встанем, чтобы она оторвалась от земли. Мне кажется, мы двух жирных взяли. Напишите, ребята, в комментариях, сможем ли мы в этой серии долететь до самой верхней точки этой карты. Вот будет реально интересно посмотреть. Кто самый умный Бонни взял? Это я взял. Ой, марионетка, такое ощущение, что может провалиться сквозь плиту. Нет, нет, нет! Я последний. Блин, ребята, что-то у нас сегодня не получается. Но мы сможем, в этом и есть прикол, чтобы было интереснее. Так, пацаны, давайте, я сейчас буду, короче, играть за обычного человека, не буду играть за аниматроника, все-таки проверю, смогу или нет. Давайте я буду расфриживать эту плиту. Готовы все? Почти. Все, все давай. Зашли, я вижу, полетели. Вот маленький самый эффективный. Центр. По центру, по центру, по центру. Да, по центру давайте встанем. Все, давайте, пацаны, танцуем все. Обнимаем вас. Ой, а чё так сразу дернулась плита? Ой, один уже аниматроник улетел. А чё у нас как... А, я понял, почему у нас так получается. Потому что все как-то с опозданием отходят в угол. Еще раз не получилось. Хорошо, пацаны. А мы поддаемся специально. Да? Да. Я, не, мне такое ощущение, что просто не, мы не умеем играть. Вот там ведь вся суть. Надо просто заранее бежать вперед, куда угол только начинает подниматься, туда сразу и бежим. Видите? Все, сразу на угол. Так. Все, нормально, нормально. Нормально. Все, сразу другой угол. Сразу, сразу, быстрее, быстрее, быстрее. Нет. Кто это? Что типа? Вы сделали? Да что? Ребята,
обратно не получается, и все. Мы перестроили платформу и сделали более точнее шарики, и все поправили. Сейчас проверим. Сейчас точно должны взлететь. А, да, мне кажется, даже ровнее стало подниматься. Да. Сейчас прям вообще идеально сделал. Вот прям нема даже до чего доковыряться. Доковыряться? А у того через 30 минут у тебя же не бак. Это реально самый лучший подъем, который мы делали, пацаны. Лучше еще не было. А я вам сразу сказал, что криво я построил. Нет, я ровно построил. Я нормально построил. Что за бред? Что? Что это было? Так, давайте посмотрим. Дальше поднимаются пацаны. У вас хорошо получается. Кстати, реально платформу хорошо сейчас выравнивать? Что траву живет? Так. Лучше. Вот это вы бегаете туда-сюда. Не, я не поджигаю. Ой, вы сильно расшатываете сильно платформу. Ну, пока мне все нормально. А ну-ка, вот, давайте вот так встанем. Ровненько. Ой. Да, если, кстати, ее выровнять, то можно нормально уже как-то играть. А этот сидит вообще. Да правильно и делает, он не мешает вам. Он не упадет, Дима, он читер. Так, ну, да, главное не упадет. А, не упадет, ну, значит, он... выиграет. Он победитель. Осталось два игрока, ребята, два штуки. А, ну третьего мы пока не считаем, потому что он не бегает. А вы знаете, что если он встанет, он сразу упадет с платформы? Да. Его пропом убьет. Он встанет, его пропом убьет. Пика, давай. Ой. Так, Гусанёк и Пика. Кстати, из-за того, что вас двое, платформа быстрее поднимается. Опа, этот. Пока мисс победители, у нас три штуки будут. Пошел отсюда. Да нет, нормально все. Я соскользну, когда ее выровняю. Красиво, красиво подниматься. Ребята, осталось еще чуть-чуть, и будет вы на самом верху. Все, у нас есть победители. Еще мы раза три победители. Так, отлично, отлично, пацаны, давайте. Хорош. Сейчас следующий раунд я точно должен затащить. Саня, иди сюда, я сейчас крылышки из тебя сделаю. Они так прикольно по кругу бегают. Давайте полетим наверх, посмотрим, где будет край карты. Ого, вам еще подниматься сколько. Ребята, вам еще подниматься половина. Походу нас это должно пропами убить. Вы, кстати, заметили? Не, когда вы подниметесь на самый верх, вас не убьет. Ой. Вы заметили? Ой. Когда Дима говорит, сейчас кто-то выиграет, то он всегда проигрывает первый, когда он молчит. Да ты сильно много знаешь. Три, два, один, упор пошел. Смотрите, все, уперлись. Ура! Вы победители, пацаны, вы молодцы. Ну что, давайте еще разок. Все-таки у нас платформа теперь удачная, и есть смысл все-таки залететь. Во, я нашел быстрого. Обернись. За чеку будем играть. А что-то я медленного взял себе, мне это не... Я могу телепортироваться, что ли, по плите бегать? Так, нечестно. Я тпхаться могу. Ай, класс. Вставай, хватит сидеть. Попробуй тапусу на руку, говорят, прикольно. Опять сидит. Все, я сейчас выиграю. Ну, должен, по идее, я так всегда говорю, никогда не выиграю. Должен. Поэтому я должен выиграть. Исключение должен. Должен. Во, я тпхаюсь и теперь могу немножко корректировать плиту с собой. Молодец. Отлично. Давай, я выживу. Этот сидит себе. Пойдет, блин, ребята, все. О, давайте по краям встанем, пока он говорит. О, да, давайте реально по краям встанем. Давайте. Вставайте. Вот, я здесь встал. Отлично, ребята. А я буду тпхаться, короче, где будет угол задираться, я буду тпхаться. Смотрите, опа. Самая удачная подъем плиты у нас сейчас. Быстрее сюда, все быстрее ко мне. Так, теперь к Фокси все. Опять расшатали мы ее немножечко. А человека два или три? Тихо. Все хорошо, пацаны. Ол, ты по себе сиди. А зачем он напрягаться, если он все равно победит? Ходит в сторонке. Пивко попиваем. Да, лентяй вонючий. Нет. Нормас. Опять мы когда в друг друге врезались, какой-то баг происходит. Нет, некоторые под платформу полетели. Ну вот это ж да, какие-то баги бывают. Нам, короче, надо немножко врозь ходить. Мы когда в друг друге застрём, баги происходят. А побежали. Отличная попытка, ребята. Ну прям круто получается. Мне нравится выживать так. Можем выровнять, можем попытаться выровняться, кстати. А уже хорошо подвыровняли мы, пацаны. А вот так интересно, по кругу интересно, вот так ходить интересно, что будет. Во! Все, я по центру встал. Я встал по центру. Вокруг вот так. Он ТВ нам мешает. Да не мешает он нам. Так он перевес делает. Да не, он там весит.
Все, мы выровняли платформу, отлично! Вообще жир! Она расшаталась. Ничего, ничего. Блин, вот аниматроник, ну, который тпхается, это прям немножко имбово в этом выживании, если честно. Вот так вокруг хоть как-то. Посередине надо вокруг вот так ходить, вот так... Вот будет. Это высоко мы. Джойстик, да, как джойстик. Ходите, он вот выравнивается. Вот. Так, тпхаемся. Не дайте выиграть Димасу. Ты что, дурачок, что ли? Я должен выиграть! Я только знал, что у вас это показывает. Да давайте. Блин, классно. Ребята, надо кому-то пожертвовать, чтобы он убил Димаса. А я убью всех тогда, если будете мне мешать. Феники, еле вареники, вот ты фор. Не, мы в одной команде, мы же все поднимемся, значит все будем победителями. Мы с разных этих фнафов. Он не считается, он не бегает. Да, мы его не будем считать. Ладно. Может, он вообще пошел срать? Мы там знаем. Куда? Вот видите, а что еще делать его? Расставил приоритеты. А пацаны, я так заметил, что сейчас остались люди, которые реально шарят, как играть на платформе. Все остальные не смогли. Нет, лох. Ты чего ты всех лохами обзываешь, лох? Лох обзывал лоха. Полетите, посмотрите, сколько осталось. Да не, осталось, я здесь даже тебе скажу, осталось еще метров 20-30 осталось. Вот так вот. Нет, вот так ты сам лох. Короче, вот так вот. Так вот. Дима. Вступим. То я по центру стану платформы, буду стоять. А ну-ка, полный вроде ты ее выровняй. Немного осталось, Дима, падай быстрее. Да не буду я падать, ты что заладил своим падением? Давай. Я понял, Дима щитерил, он когда падал, он телепортировался на платформу. Так, а Васаби, ты еще на платформе здесь выживаешь? Да, вон он летает за картой. Да, вон видит, наблюдаю за тобой. Наблюдатель. Тихо, выставим с хай. Че ты смотришь? Наблюдатель. Это чтоб ты меньше летал здесь, говно вонючее летающее. Если бы нас всех убил. А мой аниматроник бьет только по прицелу. А если я бы сплэшем бил? Все. Это все. Прицел просто имба. Все, мы выиграли. Блин, ребята, это было круто. Это было сложно. Бей, убиваем, Дима. Да я вам поддался. Я выиграл. Нет, фогу. Так, как я обещал, ребята, сейчас будем делать имбу. Отходите все от платформы. Сейчас мы сделаем вертикальное удерживание. Здесь такая есть... Вот, удерживать вертикальность, теперь она не будет переклоняться. И сейчас я поставлю сюда дебелые мощные шары и поставлю мощнецкую бомбу. Как я обещал, воздушные шары. Все, пацаны, отходите. Ребята, смотрите, бомбы и мощная платформа полетела вверх. А я бы хотел нас бомбой взлететь. А у ТВ на платформе. Красиво, ребята, это будет эпический мощный взрыв. Буду возле бункера стоять, на всякий случай. А, Дим, банил ТБ на платформе. Все. Ну ничего страшного, он умрет. Да меня взрыв не достанет, потому что скайбокс настолько высоко, то мне ничего не будет. А вы все умрете. Ё-моё. О, все, долетело. Но не взорвалось. Не взорвалось? Сейчас, стойте. Бомба падает! А нет. Это колёво, машина! Ой-ой-ой, бомба все-таки упала! А может еще не так какая-то бомба? Ой-ой-ой, еще попадали бомбы! Офигеть! Это было эпически, ребята! Вы готовы? Да. Бомб-строитель все разрушит. Если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Да, всем пока.